А скажите, вот я сейчас наблюдаю за соревнованиями, а вот цвет мяча, цвет ленты, он как-то оговаривается? Нет, сейчас для этого нет практически никаких ограничений. Угу. Если раньше регламент оговаривал, что нельзя, чтобы предметы и купальники были блестящими, золотые или серебряные, то сейчас, как вы могли заметить, и это ограничение снято. Да я заметил, что даже в таких трико, типа да. комбинезонах, могут выступать совершенно облегающих, таких очень современных, я бы сказал, модных. Это тоже было введено несколько лет назад. Я так по музыке решил, что неужели гимнастка из Болгарии такая? А? Балканские мелодии такие. Похоже. А это эстонская гимнастка, да? После трех видов программы эта гимнастка идет пока на 9-м месте. Но это с учетом того, что они выступали гимнастки, которые, в общем-то, и поведут борьбу за медали. Она в самом начале, вы знаете, уронила ленту в самом начале. И, видимо, судьи это не замедлят отметить. Одно из условий упражнения с лентой является то, чтобы лента ни на секунду не оставалась без движения. Ну да, только в начале и в конце не живет, да? Да, но в начале...